Пандемия очень многое изменит. И вы знаете, что я в Беларуси 2 месяца тому назад, а может и 3, когда только возникли эти процессы, сказал, что кому-то это надо. И ясно, что если это не, даже не рукотворное создание, это этот коронавирус, то многие страны захотят воспользоваться этим вирусом для того, чтобы изменить мир. Естественно, страны, которые себя считают наиважнейшими и которые свою видят роль в мире по переустройству его. Поэтому пандемия действительно многое изменит, но давление не исчезнет. Мы должны быть к этому готовы. Давить будут со всех сторон и выдержат только сильные. Сильные не только в экономическом, военном, политическом отношении, но прежде всего в моральном отношении. И мне вот в переговорах, когда мы в узком кругу обсуждали многие вопросы, понравилась тема, которую премьер-министр поднимал в плане идентичности, в плане, в хорошем смысле, такого национализма, патриотизма, если хотите, народов. Вот этот момент, этот фактор будет играть немаловажную роль после этой пандемической истории. Мы к этому готовы. Венгрия тем более, несмотря на то, что она находится в тесном Европейском Союзе. Мы это приветствуем, и это одна из основ нашего будущего сотрудничества.